Гель очищающий. Серия Cleansing. Очищающая серия. Гель предназначен для очищения кожи, в основном лица, шеи и декольте, а также области вокруг глаз от загрязнений и макияжа. В составе этого геля основной его особенностью, да, является то, что он не содержит ни одного агрессивного поверхностно-активного вещества, таких как лауретсульфат или лаурилсульфат. И в качестве моющей основы в геле очищающем содержится кокоглюкозид, натуральный, очень мягкий ПАВ, который деликатно очищает кожу, не пересушивая ее, не разрушая гидролипидный барьер, не вызывая, соответственно, чувство стянутости, какой-то дискомфорт после умывания. При этом хорошо убирает загрязнение или макияж. Помимо мягкого поверхностно-активного вещества, такого как кокоглюкозид, в составе содержатся полезные компоненты ухаживающего плана. То есть это сок алоэ вера, который обладает успокаивающим эффектом. Это гамомелис, который обладает себорегулирующим действием. И, соответственно, экстракт зеленого чая, который обладает свойствами антиоксиданта. Таким образом, мы не только очищаем кожу, но и ухаживаем за ней то короткое время, в течение которого мы контактирует наша кожа с данным препаратом. Может использоваться в кабинетных процедурах, то есть для демакияжа перед проведением косметических уходов, различных аппаратных, безаппаратных процедур, для снятия макияжа с глаз и с лица, соответственно, шеи и декольте. Также может применяться для ежедневного ухода за кожей любого типа, в том числе за очень чувствительной, гиперчувствительной кожей, за кожей с раздражениями, за кожей после каких-то агрессивных вмешательств, например, пилингов или шлифовок, после, допустим, того, как человеку сделали татуаж или татуировку выполнили, да, тоже требуется мягкое очищение. То есть можем использовать сколь угодно часто, да, то есть два раза, как правило, в день очищается кожа, потому что это мягкое средство, которое не будет гидролипидный барьер разрушать. Как его правильно применять? Очищающий гель в домашнем уходе применяем как стандартное очищающее средство, то есть наносим на ручки, да, эмульгируем его с водой, ну и, соответственно, снимаем макияж. А после этого ополаскиваем хорошенечко кожу водичкой, и, собственно, загрязнение макияж снят. Если же мы будем снимать макияж в кабинете перед процедурами, то я рекомендую делать следующее. Да? Сначала мы снимаем макияж с глаз. Я люблю чуть-чуть геля нанести в какую-то емкость, да, добавить немножечко воды, чтобы превратился он в такую пеночку. Смазываем этой пеночкой ватные диски. Да, можно сделать, обмакнув в воду полупэтчи такие, да, например. Смазать вот этой получившейся нашей пеночкой влажной вот эти полупэтчи, положить под нижние реснички, сверху положить ватный диск, пропитанный опять-таки очищающим мягким средством, и один глазик у нас, как говорится, ждет своего часа. Второй глазик тоже полупэтч под реснички, и можем сразу начинать смывать при помощи ватной палочки макияж с ресниц. То есть в водичку обмакнули, в гель обмакнули, и, соответственно, так аккуратненько снимаем макияж. Точно так же можно снимать краску, если вы красили, допустим, стойкой краской ресницы и брови. После этого берем ватный диск, пропитанный водой, и уже дочищаем от остатков геля, от остатков макияжа, загрязнений данную зону. После того, как мы очистили, соответственно, глаза, мы набираем гель, опять-таки эмульгируем с водой и умываем уже пациента, как положено, все остальные его участки кожи, очищаем от загрязнений и производим демакияж. Таким образом, гель очищающий является очень мягким, нежным средством, не содержащим агрессивных ПАВ, которое идеально подходит для
очищения кожи ежедневного для всех типов кожи, в том числе для гиперчувствительной кожи. Гель очищающий серию клинсинг.